Отделением онкологии, диализа. В общем, лекарства дорогие, требуют часто особого разрешения, по особым правилам. В общем, работа такая бюрократическая. Правила периодически меняются. Когда меняются правила там отпуска, то мы по филиалам рассылаем мейлы с изменениями правил. То есть отныне нужен такой-то бланк, или там отныне нужны вот такие вот требования. Потом из филиалов бывает звонят и говорят, а что это вы нам не прислали по нашему заказу? Мы говорим, потому что у вас по новым правилам не хватает там того-то и того-то. Они говорят, а мы не знали, что правило. Мы говорим, ну как же, такого-то числа вам посылали мейл. Они говорят, ой, вы знаете, мы так много мейлов получаем, что мы их не открываем. При этом к нам претензии, почему мы не сказали. Вот это я к чему говорю, что для того, чтобы получить информацию, нужно быть готовым эту информацию получить. Нужно быть открытым к этой информации, и слушать и смотреть. Спасибо, пожалуйста, два. Доброе утро, город. Это я прям про себя сразу подумала. Я сижу сейчас и думаю, ну как я могла? Это, знаете, наверное, такая высокая, уровень такой высокий паранойи, что, ну да, он шериф, он один. Нет, он не может быть. Я пытаюсь все время в себе это как бы подавить, да. И так получилось. И он не может быть. Где? И он, а я черная, да, я черная. Игрок номер один поговорила хорошо. Да, ко мне это было очень интересно, потому что из-за этой вот самой бюрократии сами поиграем. Вот тогда у нас и получилась такая игра, что я сорвалась, потому что была как раз эта самая бюрократия. Закрывалась 31 числа в 12 часов ночи, а бумажки, которые в бюрократию надо ввести, они не были введены. 10 секунд. Вот. Так что я предлагаю, да, послушать внимательно. Стол, быть открытым к информации. Ведьмак, наверное, красный. Спасибо. Пожалуйста, три. Доброе утро, город. Ну и един и два поговорили очень позитивно, эмоционал хороший. Один очень хорошо связалась с мафией, то, что она рассказала, и двойка тоже подсоединилась. Вообще, как бы, эмоционал красный. С вами пока что поиграю, но хочу еще вас послушать. Так, давайте расскажем, например, почему я решил выбрать себе ник Эйлер. Просто жизнь... Вы знаете, Эйлер это был французский математик такой, ну, как бы отец алгебры. У меня просто жизнь достаточно плотно связана с математикой, даже участвовал в сборной Израиля по математике. Так что вот выбрал себе ник Эйлер. Помню, когда первый раз пришел на игру, не знал себе абсолютно, что выбирать. Так, я пока что играл с 1-2, может, переобуюсь уже, но я хочу послушать, потому что эмоционал был хороший, мне они понравились. Я помню, не знал, что выбирать себе какой ник, но решил выбрать. Вот Тревор посоветовал. Так, хорошо. 1-2. Играю, но хочу еще послушать. Все, спасибо, пас. Спасибо.
94. Доброе утро, город. Я красный игрок. Хотела проверку сказать. Игрок. Все. Ну, у меня нету проблемы с имейлами, у меня их просто нет. У меня проблема — это пароли. Я всегда забываю свой пароль. О, боже! Какой пароль? Сейчас я играю с единичкой и тройкой, и двойка у меня за скобками. Я не очень уверена в вас. Из-за этого просто... Что? Сейчас играю с единичкой и тройкой, мне они кажутся красными. Что? Двойка за скобками, но она больше красная для меня. Просто потому, что ваши последние слова, что 5 ведьмак красный. И просто такая, ну, типа, надеется, что он красный. 10 секунд. Не знаю. Просто такое подозрение у меня такое высветилось, и все. Ну, спасибо, пас. Ну, один отличная речь, нечего говорить. 1 или 5 сейчас убьют, наверное, за хорошие речи. Да? А 10 проверят. Игрок номер 2, скажите, как вы считаете, надо 4 проверить? Думаете, надо? Вот давайте представим себе такую ситуацию. Вот уже дважды вы были черные, мы уже говорили про это. Вы сейчас явно готовите вскрытие и все такое. То есть у вас явно шерифская заява. То есть вы, скорее всего, хотите пойти проверить 4, чтобы потом показать, что она красная. Вот мое такое предположение. Я вам советую, не стреляйтесь на первую же ночь. Подождите второй ночи. Для того, чтобы это сделать. Теперь. Хорошо, я рассказал ситуацию, как я вижу. Я просто представляю. Вот представьте, что я сижу на втором номере. Я маф, который сказал, что я должен скрыться. Я думаю, так, надо будет кого-то проверить из своих, сказать, что он красный, и еще и застрелиться, чтобы мне потом поверили. Вот я так себе предлагаю, представляю ситуацию. Я на первом кругу ничего не могу сказать, кто красный, кто не красный, кроме себя. Вот, я даже состою в обществе защиты улиточек. Это общество защиты улиточек. Значит так, насчет первого игрока, очень мне понравилась речь, у него вообще всегда речь хорошая. Игрок номер 2, пока для меня более позитивный персонаж. Игрок номер 3 не уверена. Игрок номер 4, уже статистика должна показать, что вы не должны были бы быть мафией, но это тоже еще под вопросом. Игрок номер 5. Нормально тратить на статистику. Игрок номер 3. Пожалуйста, 7 минут. Доброе утро, город. Итак, смотрите, игрок номер 1, хорошая речь. Рассказали, что у вас там с открытым получать информацию, будем так делать. 2. Вы же сыграете с 1, да? Mm-hmm. Играете. Хорошо. Молодцы. Пока за скобками будете. 3. Смотрите, хорошо, что вы договорили, а вот вы взяли все и сбили. Мне не понравилось то, что вы. Он с самого начала сказал, что 1-2 играю, а потом вы еще раз перепросили. Мне хотелось услышать историю, почему этот ник. В принципе, логично, но не суть. Я услышала вас, с вами играю. 4. Вы играете с кем? 1-3. 2 за скобками. Играю. 5. Мне не понравилось это ваше вот это вот. 2-5 за скобками. 6. Смотрите. Я не знаю, как вы играете, но для меня вы более красные. Пока у вас остальные. Пока я скажу, что вы красные, но пока с вами играть не буду. Но этим то, что вы сказали, я не знаю, что тут творится, сказали все какие-то непонятные, но я красная, я это знаю, мне это понравилось. Ваш хороший отрисняет. Спасибо, пас. Спасибо. Пожалуйста, 8. Город Бибика Снегов. Так. Дайте мне поговорить. Я игрок номер 1. Вот. Очень интересная речь. Мне понравилось. Мне понравилось. Я с вами буду играть пока месть. Игрок номер 2. Вот, я не знаю, что 5 сейчас никто не будет сыграть с 5. Никто не будет играть 5. Значит, он более... Зачем? Зачем 5? Я думаю, 4 надо поверить.
Пуша 4 мне не говорила. Начинала говорить ее речь, пуша 3, 2, 1 по эмоционалу. 4 начала говорить про ее, как то самое игрок номер 6, про своей улиткой там, я не знаю. И вот, играю сейчас 5. С кем вы пока не играете? Только с 1? 1? 1, 8. Моя команда 1, 5, 8. Остальных вот 3. Вот 3 я хотел бы взять команду. Ну, пока не собирается команду я. Да, пожалуйста, 9. Доброе утро, Боров. Ценник классный игрок. Да, интересно, как бы. Я, будучи на первом номере, жаловался бы, не рискнул, не рискнул бы. А если бы он был еще черным игроком, я бы сразу бы вынесли, бы сказали, что ты жалуешься, какой-нибудь черный эмоционал начинаешь. Поэтому я поиграю с единичкой, потому что я немножко... больше красных, как бы, говорила. 2 стопка с копами, я не разобрался по 2. С 3 поиграю, 4 бы не... Нет, сраживает. 5-го понесло хорошо. Это... У меня больше по красному понесло. Так черный бы себе держал бы в руках, наверное. 6 меня тоже как бы в зоне как бы опасности. Я играю пока, значит, 1, 5, 7, 8. Моя команда. Наиболее безопасная команда. Там как не больше одного черного точно. 10 секунд. Прошу поверку в 6, либо в 4. Дальше послушать все. Минута 10. Доброе утро, город. Джессика, красный игрок. Давайте так. 1, поговорила хорошо. В принципе, нормально. 2, очень многие оставили за скобками. Я бы тоже почему оставила за скобками. В принципе, было неплохо, но была какая-то чуть нервозность. То есть чисто по эмоционалу я вас пока что оставлю за скобками. 3. 3, в принципе, неплохо, да, даже то, что пытались его сбить, он все равно вернулся на свою линию, в принципе, неплохо. 4, я согласна, что 4, я бы проверила бы 4, вот, но мне 5 тоже, ну, у меня с 5 по нулевому кругу у меня проблема, тем более вы там и со статистикой, все, вы туда засунули все, что можно было, вашу речь, чисто, чтобы специально, чтобы я попаранойла, я понимаю, я уже поняла это все. Вот, но я вас еще послушаю. Пока что я постараюсь абстрабироваться в своей. Это вот 6 мне понравилось, в принципе, речь. 3. Да. Спасибо. По нулевому кругу никто не был выставлен. Город уходит в уверена, что это не 100% лучший ход. Почему? Потому что 2 и 5, я не думаю, что они вместе черные. Кто-то из них один. 4-5. Значит, почему 4? Потому что двойку выносит за скобки, при том, что у двойки речь была хорошая. То есть я это вижу в два черных, которые не хотят играть в второй своей черной. Почему я подозреваю 4? Почему я подозреваю 5 из-за вот этой речи, которую я восприняла как речь черного игрока, который перетягивает все внимание на себя, отвлекая тем самым остальное свое черное. Поэтому я показывала не проверять 5, потому что шериф проверит 5, потом пятерка вскроется с шерифом, и у города будет та же самая информация, что это разноцвет между двумя игроками. Потом шестерка у меня тоже в зоне риска вот из-за вот этой вот статистики, но это настолько неопытный игрок, что я могу сказать, что это не... Значит так, 8, 9, 10 для меня красные, 3 говорит по красному. И это 3,
Спасибо. И стол открывает игрок номер 2. Пожалуйста, госпожа, дайте ваше. Доброе утро, город. Я шериф этого города. Почему я открываюсь? Потому что вы подняли шерифский значок. Чтобы не было у нас всяких сложных ситуаций. Проверила четверку. Четверка черная. Теперь дальше. Что? Я выставляю игрока номер 4. 4 принято. Теперь дальше. Джессика, вот смотрите. На последних цифрах вы тоже просили четверку, правильно? Все просили четверку. Вы просили четверку, замечательно. Значит, вы в моей команде. С той стороны вы просили, правильно, четверку тоже? Так, это тоже мне понравилось. И, значит, еще раз. Четыре черные. 10 секунд. И ведьмак просил четверку. Все правильно. Мне не нравится вот это вот его вскрытие. Значит, давайте вот так. Что? Этот значок для чего? Точно не в моей команде. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро, город. Стало все как-то тяжелее. Так, во-первых, я сначала не буду решать, кто для меня шериф. Я хочу еще послушать игрока под номером 5, потому что вы еще не искали ничего. Хорошо, но двойка вскрылась более-менее убедительно. Так что, ну сейчас уйдет четверка, потому что это... Она уходит, по-моему, что на разноцветная проверка. Как бы, по идее, четверка. Хорошо. Четверка, вы поговорили просто не очень убедительно. Вы как бы не поиграли с двойкой, вы мало поговорили. Вы как-то совсем не разбирали. Шестерка, вот это касательно вас тоже. Вы по большей части проговорили про сообщество прав защиты улиток, вместо того, чтобы поговорить по столу. Так что это вас тоже, твое подозрение. Вот игрок номер 5. Я как-то не понял, почему вы так... Я как бы вас подозреваю отчасти из-за того, что вы как-то сразу по нулевому кругу так сказали. Ну, хотя вы сказали перед этим, представьте себе такую ситуацию. Так что это вас как бы окрасняет. Семерка, вы поиграли с шестеркой? Не, вы с четверкой, вы с кем играли? 10 секунд. А, так, ладно, не успел сказать. Восьмерка для меня более красный игрок. Девятка тоже более красный игрок. Хотя нет, девятка еще нет, я хочу вас слушать. Девятка, хочу вас слушать. И семерка более подозрительная. Спасибо, пожалуйста, 4. Ну, как я выношу, дом. Убивается мафия. Там убивается 2, 8 и 6. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, 5 минут. Значит так. Замечательно. У нас 2 шерифа. У нас 2 черные проверки. Великолепно. Да, я тоже шериф. Я поднял значок шерифа. У меня проверка 7 черная. Из вашей команды уходит черный игрок? Без вопросов. Потом. Из моей команды уходит черный игрок? Без проблем? Без проблем? Нет, секундочку. Послушайте, Джессика, рассмотрите я такой вариант. Рассмотрите такой вариант. Послушайте, не перебивайте, рассмотрите такой вариант. Двойка готовит вскрытие шерифа. Я уже услышал по речам, что она готовит вскрытие. Я шериф, поэтому я знаю, что она будет скрываться. Она начинает с четверкой что-то там разбираться. Я говорю, хорошо, проверим 4. Я ожидал, что она покажет 4 красные. Это было логично. Я ожидал такое. Теперь, у нас два шерифа. Уходит, вполне нормально, с одной команды черный, потом уходит с другой команды черный. Без проблем, хотя бы один черный уйдет, вопросов нет, замечательно. 2 шерифа за столом, прекрасно, они сделают свои проверки, друг друга они проверять не будут. Вот и все, с одной команды, потом с другой. Спасибо, пожалуйста, 6. Доброе утро, город. Значит, насчет шерифов я не уверена еще, кто настоящий шериф, но... Мы можем вынести четверку на голосование. Выношу четверку на голосование. Так я вижу по глазам остальных игроков, что они тоже за это. Значит, стоит уже? Окей. Я еще раз повторюсь насчет шерифа, я не уверена. Игрок номер 3 по-прежнему для меня серый. И насчет того, что 8, 9, 10, это все красные, я бы не была настолько уверена. Может быть, игрок номер 9 не очень для меня красный. Все, спасибо, класс. Игрок номер 5 представляли себя? Пожалуйста, 7 минут. Доброе утро, город. Госпожа ведущая, кто выставил? Выставил игрок номер 4. Понятно. Я
мне довольно логично. Вы сказали шерифом, проверили меня, прося то, что вы говорите, что вы проверите четверку. Ну, короче, даже если вы красный игрок, который просто так вскрылся, это очень нелогично. Вы просто лично для меня вы очень не мешаете. Сказать, что я черный, не выставив меня, говоря, что может быть делать какой-то баланс, какая-то билибрудей. Простите за выражение. Два игра для меня шериф, четыре проверили черные, да? И то, что мне немного не понравилось, что единичка сказала, что она говорила лучше ход 2-4-5. Погодите, единичка говорила лучше ход 2-4-5. Из-за того, что 4 оставила 2 за скобками, но весь стол оставил двойку за скобками. Это для меня показалось очень странно. 3 играю, 4 нет, 5 не играю, 6 пока за скобками. Играю 8, 9, 10. Спасибо. Я согласен на то, что тут двое шерифа. Давайте выносим сейчас игрок номер 4. Потом посмотрим, выносим игрока номер 7. Потом 5. Логично, да. Ну, что мне здесь сказать? Игрок номер 4 сейчас уходит. Я попрошу двое шерифа проверить, пожалуйста, игрок номер 6. 6 мне никогда не понравилось. 6 не понравилось. Вообще 6 не понравилось. То, что она сказала после круга. В этом круге мне очень не понравилось. Ну, поковыряй. Нет, ну вы... Хорошо. Хочете проверить, проверяйте меня. Ну, я вам говорю. Так, все. 4 уходит. После этого посмотрим 7, 5. Если ничего не... Да, все. Черный для меня 6. Черный для меня 4. И еще, может быть, и 7. Да, потому что она поверила черный. Это время. Спасибо, пожалуйста, Дима. Доброе утро, город. А мне кажется, странно, что если 5 правда шериф, то не выставляет свою черную проверку, а его черная проверка выставляет его, да? Не, я говорю с шерифом 2. Моя команда 2, 7, 8, 9. 5, я знаю, 2 скрывается уже шерифом, сейчас она больше... Не, 5 несло по новому кругу так, что как бы какие-то у него такие были заговоры, такие странные, что они, не знаю. Он сейчас черный, это ж 5, 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
Ты, может быть, я что-то другая, как бы, десятка, пока мне не совсем рвался, на десятке, как бы, я не знаю, черный, красный, как бы. 5-6, как бы, очень хорошо влияется вместе в команду. 4-5-6. Как бы, может, показалось. Спасибо, Спасибо. Пожалуйста, 10. Доброе утро, город. 8, покажи, пожалуйста, кто у вас шелит сейчас? У вас есть какой-то избранник? У вас 2 шелит. Ага, интересно. И 5 у вас не в вашей, не в команде черных, это интересно. У меня, я вам скажу, почему я пока что. Да, действительно, то, что тут говорят, что вы проверили 7 и не выставили 7. Даже с тем, что вы хотите сейчас играть эту версию, мне это все равно нелогично. Окей, шрифт должен выставить свою черную проверку. Ну, это так. Ну, это по вашей сейчас логике это нет. Это по моей, да. Это во-первых. Во-вторых, мне интересно, кто отстрелится. Тут у нас 4 сказала, что на дон, назначила, кого стреляется. Если сейчас отстреливается 2, если сейчас остается 2, я, извините, я с вами не играю. Вот, у меня есть чуть-чуть проблем. Хотя можно, конечно, сыграть баланс, чисто так вот от балды. Но я бы сейчас очень бы хотела, чтобы проверили 8, вот, как по мне, да? То есть у меня между 8 и 6, в принципе, сидит. Это вот мне, как по мне, 7 говорит по красному, 9 говорит по красному. Может быть, я тут вообще не понимаю. Но спасибо. Так, выставлены игроки 4-5. Голосуем быстро, четко и обдуманно. Город, кто за то, чтобы игрок номер 4 выставил город? Спасибо, не опускайте руки. 1, 2, 3. Спасибо. И кто за то, чтобы игрок номер 5 покинул? 1 голос принят. Игрок номер 4, вас посчитали мафией, у вас минута попрощаться с городом. Прощайте. Спасибо. И город уходит в ночь. Thank you.
Доброе утро, город. А утро недоброе для игрока под номером 8. Игрок номер 8, у вас минута попрощаться, вас удивляет. А, игрок номер 8? Вау! Жалко, что не ловкий ход получил, ну что делать? И, потому что я всегда сижу. Так, тут черный для меня. 6 черных. 5 кого вы поверили? И? А, спасибо. Я знаю. Ну, для меня, да, я согласен с игроком номер 5, что 10 попросило меня поверить. Зачем поверить меня в 6 оконов? И для меня сейчас команда изменилась на то, что для меня это 4, 6, 10. 4, 6, 10 для меня черного. Почему? Потому что она попросила меня поверить, а не 6. Попросила его поверить и попросила его. Ее. Зачем меня поверять? А зачем всех поверить 6? Давайте поверить 6. Нет, у нас перед ночь она говорит, поверите 8, пожалуйста. Переворачиваем номерок, как у нас так. Смыкаем немножко круг. Спасибо, и стол открывает игрок номер 3. Доброе утро, город. Во-первых, сразу скажу, извиняюсь, это я просто забыл с прошлой игры. Шестерка, с прошлого круга. Шестерка, я вас еще подозрел, потому что вы на статистику опираетесь. Игрок номер 2, вы говорите, что это маловероятно. В статистике уже 2 раза был. Мафия, маловероятно. Здесь как бы нету такого. Нет, я говорю... Это хорошо. То есть, ну, четверка вы говорили. То есть, ну, вы прикрывали четверку, которую тоже считает. Я для меня шериф, честно, пятерка. То есть, если четверка, ну, потому что он убедительней. Выставить семерку? Выставляю семерку. Не, у семерка уходит, по идее, по балансу. Потому что вы назвали четверку черной, а семерку вы называли, а он назвал семерку черной, да? Шестерка черный. Шестерка черный. Кто? Я не шериф. Кто? Я вас не очень понимаю. Он проверил... Так, я вас не понимаю. Хорошо, не будем задерживаться на вас. То есть, хорошо. То есть для меня тогда выходит двойка лже-шериф. Ладно, я хочу послушать, что еще пятерка скажет насчет всей этой ситуации. Спасибо, Хас. Спасибо. Контрольно выставляю игрока номер 7. Значит так, с вашей команды черный ушел. Нормально. У вас критики нет, все хорошо. У вас ушел черный. Вы не можете не согласиться. Вы вынуждены согласиться. У вас черный ушел. Сейчас уходит только 7. В моей команде четко 3 и 6. Теперь 10. Вот я поэтому и не хотел пойти ходить восьмерку проверять, потому что если восьмерка стоит на отстреле, а восьмерка могла бы стоять на отстреле, то очень подозрительно потом будет вас топить, хотя у вас не было черных речей. Вот в чем дело. Но хорошо, что вы за столом. Кто для меня черный? Для меня черный 7-2 точно. Проблема в том, что мне очень не нравилось... Нет, 3 для меня красный. 3 выставляет 7 и будет голосовать 7. 6. Для вас не может быть 2 шериф никак. Она называет вас черной. И вы знаете свой цвет. Поэтому у меня есть 2 игрока. Мне нужен еще один голос. Потому что 2 мафа будут голосовать в кого угодно, но не в 7. Спасибо. Доброе утро, город. Да, меня выставляли на проверку, и так как красный игрок для меня, игрок номер 2, это уже шериф. Вот, и значит, настоящий шериф номер, игрок под номером 5. У меня еще здесь была такая идея, что игрок номер 8, они могли бы, он бы тоже мог пойти в мафию, потому что нет. Ну, тогда я поддержу игрока номер 5 и 3, которые тоже для меня классные, и проголосую за номер 7. Все, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, 7. Я буду настаивать на своем, потому что было немного бессмысленно голосовать. Вас! Было бы, вот просто, вот сами подумайте, если вы ставили 4, все голосуют за 4, я выставила 5, потому что вот из-за этого, то, что вы скрылись, проверили, не выставили меня потом, вот, в принципе. Даже если я бы разглала тулку было бы, если бы я поставила вас руку, было бы только 2 голоса. Почему 5? Что, почему 6?
Почему выставила 6? Почему не выставила 6? Хорошо. Да, 6 черная проверка. Я... Ну, слушайте, вот шериф сидит. 6 его черная проверка, пусть он его выставляет. 5 лжешериф, который проверяет, говорит, что я черная, знаю свой цвет. Погодите, для кто... Кем его входила 4? Не знаете, его просто так голосовали. Хорошо. Для меня команда отлично вырисовывается 2-10. С 3 не играю, вы играете. С 5 и 6 не играю. Спасибо. Пожалуйста, Дим. Доброе утро, город. Тут для вас 3 мафии, которые за столом, которые вы нашли. Газ мафия, понятно, 2 это. Семерка мафия, а кто третья мафия? Неважно, у вас сначала 2 мафии, были 2 карты, да? Третья ушла. Семерка была мафия, она сама засолилась. Как-то... Ладно, я играю с двойкой, у меня более логично, как бы ее проверка, я более логично. Но мы играем в правильную мафию, баланс. Если сейчас уходишь шестерка, потом семерка уходит. Семерка. Мы экранное предложение, мы хотим все выиграть, красный город. Это логично. Черт, все тоже хотят выиграть, но вы не выиграете. Я, конечно, у вас, наверное, хотят выйти полно свои есть. Я, конечно, бы сейчас слушаю, убрал бы пятерку, но это опасно, если вдруг... 10 секунд. Сейчас семерка у тебя должна быть. Чтобы уже здоровая команда. Я послушаю десятку, десятка более опытный игрок. Сейчас скажу, что тут полезно. Нет, спасибо. Спасибо, пожалуйста, 10. Сейчас мы вас проверим, хорошо? Я вам скажу это вот. Сейчас мы играем в баланс, сейчас уходит 7. Окей? Значит, у меня 4 ушла 100% черным. То есть вообще без вопросов. Потому что красный игрок так не уходит. Красный игрок не говорит, что он дом, не нам сначала это стрелы и так далее и тому подобное, только если он какой-то глупак. Ну, будем надеяться, что он логичный игрок. Поэтому у меня 4 ушел черный. Теперь, может быть, тут разыграли против вас такую крутую игру. Я это вот мухана в это поиграть. Вы, если вы маф, то зря уж не дали 8. Уже за 8 осталось, у меня было бы большее парное. А так из-за того, что 8 сейчас ушел, то у вас есть проблема. Так по мне, окей, вот это вот, если бы 8 бы остался, я бы сидела бы сейчас бы и параноила бы, и была бы вместе с вами. Из-за того, что вы убрали сейчас 8, у меня проблема, у меня 6 сидит лучше, чем 7. 10. У меня 6 более красная, чем 7. Поэтому сейчас уходит 7. Вы сейчас проверите 9, пожалуйста. А потом посмотрим. Спасибо, спасибо, пожалуйста, 1. Доброе утро, не поняла. Вопрос. Кого проверить? Я слушаю, кого говорят. Кого вы хотите, что? Смотрите, да, я согласна. Я еще раз повторяю, я шериф этого города, давайте играть балансовую игру, я согласна. Значит, сейчас уходит 7 по вашей проверке. Да? Хорошо, я согласна. Проверить 9, правильно? Джессика. Джессика, между прочим, 8 это вы просили, правда же? Потому что большинство города 6 просили. 8? Но вы одна просили. 9, вы просили 6, правильно? Отсюда вы тоже просили 6. Многие просили 6. 8 просил 6. Ну, я вас, конечно, уважаю, но... Спасибо, пас. Спасибо. Итак, после выступления всех на первом круге переходим в зал суда на голосование. Игроки 7 и 5. Голосование в этой последовательности. Кто за то, чтобы игрок номер 7 покинул город? Спасибо. И поставьте руки, кто не голосовал. Кто за то, чтобы игрок номер 5 покинул город? 1 голос этого недостаточно. Игрок номер 7, вас посчитали мафией, у вас минута попрощаться. Нет. Спокойно. Ну, смотрите, как я сказала, мне команда вырисовалась. 5 я проголосовал. У меня 5 черная. Для меня команда сейчас черная сидит. Это 3? Нет. Вот, погодите. Вы проверили 6 черная? 6 черная? Да. 4 черная. Хорошо. У вас-то, в принципе, вообще вам париться не нужно. Хорошо, моя команда это 2, 10 и 9. И вот эта вот тройка, которая сидит и просто послушает 5, которая вам просто, блин, лапшу на уши мотает. Для меня вот тоже подозрение, короче, под подозрением идет красный игрок, потому что для меня вот 4, 5, 6, вот сидят. 6, которая просто 5 лезет ей
просто вены вам влезают, а вы вот с ней так играете, вот, вот вам влезают вены, а вы с ней играете, вот это же вы не видите. Короче, под подозрением красный игрок номер 3, команда 2-10-9, черные 4-5-6. Спасибо, попрощаемся с микрофоном. Переверните, пожалуйста. Сейчас. Игрока по номеру 3. Вас убили этой ночью. У вас много попрощаться. Почему? Ладно. Вы говорите, секунду, я могу выставить. Хорошо. Я выставлял семью. Я вас не понял. Так, хорошо. Ну, постойте, вы говорите, у вас девятка красный игрок. Да. А кто у вас еще красный игрок? Шестерка? Да, шестерка красная. А у вас кто красные игроки? Да. Черный 5 и 6. Ага. 4, 5 и 6, да? Хорошо, ясно. Честно, не знал, что говорить. Но мне почему-то больше верилось шерифство пятерки. Хотя, если вспомнить еще слова и... Что? Поэтому тебя и убили! Все, а вот теперь я понял. Спасибо, чтобы было непонятно. Все, а теперь ясно. А, ну тогда в таком случае выходит, что 2, это ЛБ. Потому что если меня уже... Потому что нас покричали. Не, ну... Честно, не знаю, вот... И у вас время. Спасибо, переворачиваем номерок, отодвигаем стул. И минута игрока номер 5, пожалуйста. Выставляю игрока номер 2. 2 принято. Что тут непонятного? Выставлял 7. Показываю, поэтому тебя и убили. Вы просили проверить девятку, я проверил девятку. Вот. Я боялся, что сейчас могут застрелить 9. Из-за того, что и другой шериф должен был пойти проверять и прочее. Вот. Но если бы вот так однозначно не было, что вдвоем должны пойти проверять этого игрока. Ой. Плохо, что девятку пошли проверять вдвоем. Потому что теперь это красная проверка. Я скажу, почему плохо. Потому что эта красная проверка не играет со мной. Она играет с другим шерифом. Вот в чем проблема. Для меня это плохо. Это значит плохо для красного города. Теперь, что у нас остается? Дело в том, что я считаю, что 6 красная, потому что ее двойка пыталась затопить. Для меня 10 не сделала ни одного черного хода. Для меня она точно красная. Для меня получается, что 4 уходил по черному. Вот в чем дело. Доброе утро, город. Я поддерживаю нашего шерифа и тоже буду голосовать за номер 2, потому что я еще, у меня были сомнения насчет 9, но когда сказали, что он красный, значит, остается один только. Все, спасибо. Ну и номер 10 тоже никаких речей не замечено было и действий. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, минуты 9. Интересно играть, что получается. Теперь я вот думаю, почему не пришел пятерку. Потому что дать ему сейчас меня черным было бы более логично для черного игрока. Потому что надо меня сейчас черным. Сейчас меня убрать. Черт, может, дать два черных не может. Сейчас по-моему тоже. Всем решили меня дать, проверить меня, дать меня черным, меня убрать и выигрывать как бы с вайковой шестеркой. Поэтому сейчас, я думаю, уже больше, что может двое, когда хорошо настроилось сейчас с лыжи шерифом. А вот почему сейчас не может быть черный, я тоже не понял, как будет логика. Почему не было черных ходов? Ну, можно хорошо сидеть. Опытный игрок, в принципе. Вот. Кого проверили?
10 или кто 10? А меня? Кто я? Нет, красный. Удивительно. В принципе, сейчас не пора по-правильному играть. Пусть, может, Шериф посидят, еще проверят круг. Думаю, сидеть не будут. Спасибо, пожалуйста, 10. Кто-то выставлен там? Да, выставлен игрок номер 2. Можно еще поиграть, да? Можно сейчас убрать 6. У нас останется какой-то один точно. Потому что я знаю, что я красный. Это у меня проверенный красный с двух сторон. То есть у меня между вами, в принципе, двумя 6 у меня якобы черная проверка этого шлифа. Мы можем посмотреть, кто это. Вот, и дойти до угадайки. Пусть победит сильнейший, так называется. Я установлю игрок номер 6. Мне больше сейчас мне больше симпатизирует шериф номер 5, но с ним иди знай, все может быть. Вы как бы, да, вы как бы, вы по нулевому кругу чуть-чуть не очень хорошо говорили, как по мне, ну что делать. Но у меня шериф тоже может плохо говорить по нулевому кругу, так же, как и вы, так же, как и 5. Поэтому у меня есть чуть-чуть проблема здесь. У меня вы оба говорили плохо по нулевому кругу, и вы оба могли быть шерифом. Единственное, что вы назвали четверку, вот это вот. Вот это вот то, что вам дает плюс. Спасибо, пожалуйста, 1, 2. Доброе утро, город. Спасибо вам, что вы выставили шестерку. Это я хотела сделать, знаете, тогда, если разыгрывать вот эту ситуацию баланса, как вы недавно говорили, так и надо было делать, понимаете, а не выбирать сейчас шериф. Из того, что у меня сидят два черных за столом вообще, понимаете? Поэтому, раз уж пошли мы по правилам, по тем, которые, то для меня черный игрок, господин ведьмак, иди его переиграй. Сейчас посмотрим. Спасибо, пас. Спасибо. Итак, после этого круга голосования выставлены игроки 2 и 6. Голосуем в этой последовательности. Пожалуйста, город, кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул город? 2 голоса. Спасибо. И кто, поставьте руки, кто не голосовал. 3 голоса входит игрок номер 6. Игрок номер 6. Вас посчитали мафию. У вас минута попрощаться с городом. Так, спасибо для меня. Я уже сказала, что игрок номер 2 это мафия. Вот. Кто бы из вас не был шлифом, нажали проект игрока номер 10 по экипу. Красный. Проверили кого? Здесь тоже красный. А сейчас 1, 2, 3, 4. Давайте поднимем обоих шлифов и все. Проверили красный. Какой идея? Понимаю, 2-5. Череп стол. Они нашли всех. Выставили игрока номер 2. Выставите 5. Поперим. Поднимем.
принято. Ну, в принципе, по-моему, хорошая. Раз, тут указано коллега с двух сторон, с первых сторон. Это неизвестно кто, неизвестно кто. Можно и вопрос. Принято. Пожалуйста, 10. Знаете, просто чисто, чисто, знаете, если это вот, если она сейчас сыграла эту игру как лжешериф, магия. Поэтому я буду против вас сейчас, чисто из-за этого. Пусть победит, пусть возьмет баллы. Очень красивая игра, действительно магия. Красивая, дала это вот, скажем, это вот, ну, то, что дали свою черную, если это так действительно, то это классная игра. Ну, я буду против вас голосовать. Окей? Севен, мы так вот сделаем. А там все может быть. Я только даже верю, что вы можете быть шерифом. Но мне очень нравится госпожа Тата. Я считаю, что она эту игру сделала. Сделала ее интересной, поэтому если это так. Окей? А может мы выиграем так бытаут? Заодно. Ну, в принципе, и вы могли. То есть, ну вы точно бы сейчас бы не стреляли, этого точно. Доброе утро, город. Я, знаете, сейчас Джессика, что вспомнила одну игру, когда я была шерифом настоящим. Вы сидели, а шипутник был лже-шерифом. Помните? Вы даже били меня. Она с мафией пошла. Что за часто дружка? Это была честная комната такая. Я сидела с этой стороны и махала ей вот так, вот так. Ладно. И, знаете что, хотела вспомнить начальный круг, господин Витмак. Вы просили четверку, вы просили ее, господин, пошли сюда. Ну, смотрите, я как-то так больше по-ровному. Вы там, может быть, что-то, да, себе по второму кругу уже что-то считали, знали и думали. А я вообще-то, как шериф, играю по-ровному. Прошена, пошла проверила. Даже вот с той же проверкой восьмерки. Для меня он вообще-то красный тоже. Вы просили его. Нет, не проверила, шестерку проверила. Фул третий, госпожа Тата. Пожалуйста, минуту пять. Кого вы проверили, еще расскажите? Нет, скажите вслух. Я услышал. Я не смотрю на вас. Значит так, я когда увидел, что мне досталась карта шерифа, я понял, что мы проиграем эту игру, потому что у меня самый низкий процент побед за шерифа, потому что мне тупо не верит город. Статистика, да, ничего не поделаешь. Да, но в данном случае это статистика не для того, чтобы упомянуть себя, не для того, чтобы оправдать себя. Да, вот это отлично разыграно. 4 действительно черная. Я даже никого не просыпался, не проверял. Вот вы меня сейчас заголосуете за это, я даже никого не просыпался. Нет смысла. Потому что раз не было победы 2 в 2, то значит 4 точно черные. Поэтому мафия это 2, 4. 8. Ой, 2, 4, 7, то есть. 2, 4, 7. Выставляю игрока номер 2. Конечно же, я буду голосовать в 2. Конечно же, я верю, что вы будете голосовать в меня, только потому что вы симпатизируете Тате. Это вполне понятно. Ну, скоро проиграет. Вот. Красивая игра, да. Спасибо. Переходим за нас сюда на голосование игроки. Печально проигрывает такой. Вот, один. На голосование игроки 2-5. Голосуются в этой последовательности. Кто за то, что игрок номер 2 покинул город? Спасибо. Кто за то, что поставьте руки, кто не голосовал. По голосу уходят игроку номер 5. У нас перестрелка между игроками 2 и 5. Игроки 2 и 5 получают дополнительно по 30 секунд. Пожалуйста, 30 секунд игрока номер 2. Доброе утро, город. Я не поняла, в чем смысл. Что вы хотите услышать? А, вы сомневались, я про восьмерку вам сказала, что вы просили одна единственная восьмерку проверить. Не то, что я его проверила, а проверила я шестерку, потому что тройка просила, вы просили шестерку. Это вы просто, я просто не успела договорить в эту минуту, поэтому так, вы что думаете, я сказала вам, что я восьмерку проверила по вашей просьбе? Нет. Что вы оправдываете? Нет необходимости оправдываться. Вас не за это поставили голос. Ну, попилить, послушать еще раз.
Сейчас еще раз переголосуют. К сожалению, нельзя поднять двоих игроков при четверых. Это была бы однозначно победа города, но так ни по фиг не делается. Можно оставить, еще раз ночь подождать. Я бы как раз застрелил игрока для того, чтобы больше подозрений было на то, что Джессика бы обязательно сказала, нет, ведьмак бы никого не стрелял. Вот, но... В данном случае вам придется определяться. Кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул город? Один голос, спасибо. Кто за то, чтобы игрок номер 5 покинул город? Спасибо. Игрок номер 5. У меня минута. У вас минута. Да, и поскольку вы вынуждены слушать эту минуту. Да, я знаю, что вы поняли, что 2 все равно. Вы проголосовали не для того, чтобы победить. Вы просто отдали победу. Вот. Это жалко, потому что это игра мафия. Команда должна, когда она сильная, должна выигрывать. Даже если игрок хорошо сыграл. Но если вы, часть команды, разобрались... Пожалуйста, не говорите. Если вы, как часть команды, разобрались, вы должны играть с командой. Потому что вы сейчас отдали победу, вы самолично решили, что должна выиграть мафия. А весь остальной город, все остальные 7 игроков так не решили. Вы понимаете, что вы сейчас отдали победу мафии? Просто по своему личному решению. И вы тем самым 7 игроков потопили. Вот. То, что касается вас, я не знаю. Вот. Джессика, я все понял с ней. С вами ничего не понятно. Вы просто определились с шерифом. Вполне нормально. Хорошая позиция у двойки была. Можно было понять. Вот. Поэтому к вам претензий особенных нет. У меня претензии к Джессике за то, что просто отдать все команду. Это командная игра. Номер 9. Я подбираю победу. А я так хотела, чтобы вы себя стреляли.